мы все работали от 4 до 5. И работали так, как нам позволяет эта совесть, как нам позволяет нас милицейский долг. То, что говорят менты, да, мы менты. Это нормальное слово. Это мы, которые защищаем порядок в нашей стране и в нашем городе, в Днепропетровской области. И мы будем его защищать в любой ситуации.